Ну, вот спуск. Наш паровоз вперед летит. Третий паровоз молодец какой. Кто-то там крякает. Утка, наверное. Я бы спустился в можжевельник, но... Про вот этот спуск. Айда сюда! Я не новичок в этом плане. Я прошел, продиагностировал, я зашел, протоптал, прикинул. Прошел, да. Я же на Т-72 ездил, я же, бля, знаю, как по болоту проехать. Не, я так прикинул, что должно скрутить. А я не учел одного, что под этой травой там река глубокая. 21-й.